Здравствуйте! Сегодня я продолжу рассказ о коннекторах для зарядки электромобилей и расскажу о том, как владельцу электрокара совместить зарядный порт его автомобиля и коннектор зарядной станции. Как правило, производители электромобилей в комплектации своих авто ориентируются на требования рынка той страны, куда машина поставляется. Но рынок электротранспорта Украины уж слишком пестрый, ибо к нам везут машины со всего мира. Из Америки, Азии, конечно же, Европы. И все эти электромобили имеют зарядные порты разных стандартов. Зарядные станции, имеющиеся у нас, пока не всегда могут удовлетворить все прихоти автопроизводителей, потому самым востребованным товаром для владельцев электрокаров являются разнообразные адаптеры к зарядным устройствам. И тут Tesla снова впереди планеты всей. Для американского рынка, с которого к нам попадают эти машины, производители предусмотрели единственный вариант зарядного коннектора в собственной конструкции TSL2. И в США с ним проблем нет. Все зарядные станции Tesla Supercharger там оснащены соответствующим разъемом. У нас ситуация прямо противоположная. Найти зарядную станцию с разъемом для Tesla – та еще задачка. Потому такие автомобили необходимо укомплектовать простейшим переходником, позволяющим подключаться к фирменному тесловскому разъему, распространенным у нас и в Соединенных Штатах, между впрочем, тоже, коннектором Type 1 J1772. Стоит такой переходничок примерно $95, но, к сожалению, позволяет заряжать Теслу только переменным током, что долго, очень долго. Для быстрых зарядок от распространенного у нас порта CHAdeMO существует другой переходник, гораздо сложнее и дороже, $450. Вот такой девайс позволяет заряжать Теслу быстрым постоянным током. Но правда только Теслу для американского рынка. Теслы, предназначенные для Европы, имеют другой зарядный порт, Type 2 или Manekes. И для зарядки в Европе Tesla Supercharger нужен уже переходник другого типа. Тоже не дешевый, но за удобство быстрой зарядки стоит заплатить. Для обладателей других электромобилей проблема совместимости разъемов стоит не столь остро. Однако ситуации, когда не совпадают стандарты зарядной станции и машины, все же случаются. Так, например, некоторые зарядные станции европейского производства предлагают для обладателя авто с европейским разъемом Type 2 не зарядный кабель, а только гнездо-розетку. В Европе такие авто с завода комплектуются соответствующим кабелем, но на вторичном рынке, увы, такое практически не встречается. Потому, приобретая машину с европейским зарядным портом, следует позаботиться о наличии вот такого вот переходника. Type 2 Socket Plug, то есть гнездо, разъем. Хотя большинство станций зарядки украинского производства все же имеют не розетку, а именно кабель. Еще одна проблема несовместимости коннекторов может возникнуть, если автомобиль оснащен европейским универсальным разъемом CCS Type 2, а на зарядной станции имеется CCS Type 1. Или наоборот, станция с европейским коннектором, а у авто американский тип. Второй случай редкий, но отнюдь не исключительный. И тем не менее, в обоих случаях владельцу поможет соответствующий переходник. Стоит такой переходник CCS Type 2 на CCS Type 1 порядка $700. Но что поделаешь, за удобство быстрой зарядки приходится платить. Но есть вариант подешевле. Выбирать с помощью мобильного приложения от компании AutoEnterprise только те зарядные станции, где имеются необходимые вашей машине разъемы. И это несложно, ведь на сегодня AutoEnterprise производит станции со всеми 5 типами коннекторов. Как раз для того, чтобы покупатели электромобилей не играли в квесты и головоломки с переходниками. Ладно, подведем итог. Если вы не владелец Tesla, то в Украине вам, скорее всего, все эти переходники не понадобятся. Разве что для путешествия в Европу. А уж коль вы туда не собираетесь, то и нет смысла тратить больше $1000 на то, чтобы возить в багажнике бесполезный хлам.